воздухе, как будто бы ныряем, макушкой легко вытягиваем грудной отдел. Здесь не, главное не перестараться. Плечи, лопатки толкаем вниз. И выдох, расслабились. Вдох. Потянулись вверх. Плечи, лопатки, пол. Выдох, расслабились. Повторяем. Вдох. Выдох. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Еще раз. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Завершающий повтор. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Достаточно. Поставили носочки упором в пол. Колени приподняли над полом. Затянули коленные чашечки. Это же самое движение. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Вдох. Потянулись к полу. Вверх. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Еще два раза. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Завершающий. Вдох. Плечи, лопатки в пол. И выдох. Достаточно. Опустили ноги, опустили грудную клетку. Подтягивайте пятки к ягодицам. Можно по одной ноге, можно сразу две. Просто подтяните сначала, корпус поднимать не нужно. Полежите, подышите, вытягивая переднюю поверхность бедра. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И плавный выдох. И на вдохе оттягивайте ноги от себя, поднимайте руку вверху, напрягайте спину и ягодицы. Выдох, расслабились. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Завершающий вдох. И полный выдох. И опустите ноги. Руки выведите вперед. Поза змеи. Найдите свое положение. Выпрямляя руки, чтобы поясница чувствовала себя хорошо. И из этого положения опуститесь на коврик. Движение начинаем с головы. Вдох. Поднимаем голову, шею, грудной отдел мышцы спины. И только в самом конце поднимаемся на руках и плечами проворачиваем назад трижды. А затем выдох, плавно опускаемся на коврик. И повторяем еще два раза. Вдох. Руки включайте только в самом конце, чтобы спина максимально работала. И еще один повтор. Вдох. И плечами назад.
с выдохом опускаетесь на коврик. Так. После этого уводите таз на пятки, поза ребенка, живот на бедра. Даете возможность пояснице отдохнуть. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. И со вдохом поднимаетесь в положение кошки через скругленную спину. Так. Руки на ширину плеч, ноги на ширину таза. Кошачье движение. Прогибайте спину. Вдох. И затем выдох. Поясницы тяните вверх. Скругляйте позвоночник. Вдох. Прогиб. Выдох. Живот подтягивает. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. Завершающий вдох. И выдох. Скруглили позвоночник. Потянулись вверх. Увели таз на пятки. Живот выстилайте на бедра, стараясь нижние ребра отвести как можно дальше от таза и зацепиться ими за бедра. Руками дополнительно вытягивайте позвоночник. Подышите. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И отпускаете сначала вытяжение, расслабляете спину, руки. Затем вдох. Снова поднимаетесь в позу кошки через скругленную спину. Так, и подставляете носочек на место колена, живот на бедро. С выдохом голову колено, на вдохе прогиб. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И еще раз выдох и вдох. Зафиксировали положение. Увели ногу назад, выровняли сразу таз, собрали пресс и противоположной рукой потянулись вперед. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Поставили руку, поставили ногу, поменяли стороны. На другую точно так же. Носочек на место колена, живот на бедро. С выдохом. Круглили позвоночник, голову, колено. На вдохе прогиб. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И еще раз выдох. И вдох. Прогиб. Ногу назад. Потянулись. Выровняли таз. Собрали пресс. Противоположную руку вытягивайте вперед. Держите баланс. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох.
И выдох, поставили руку, поставили ногу, таз на пятки, руки сложили, голову опустили на руки, расслабили все тело, отдохнули, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Достаточно. Со вдохом переходите в положение лежа на живот. Опускаетесь на живот. Рука в диагональ, другая рука на поясницу. И со вдохом открываете грудную клетку. Выдох, ничего опускаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще раз вдох и выдох. Поменяли стороны, на другую точно так же, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, заключительный вдох и выдох, достаточно. Перевернитесь на бок, через бок выходите в положении сидя. Приготовьтесь к растяжке. Если есть ремень для йоги, возьмите его. Если нет, будем тянуться без него. Садитесь так, чтобы ноги были сначала просто выпрямлены. Подготовительное упражнение для тазобедренного сустава. Подтягиваем ногу к себе. Затем отпускаете ее в сторону, насколько она уходит. Рукой не давим. Приподняли ее, выпрямили. И на другую сторону точно так же. В идеале это делается без рук. Но если чувствуете, что надо придерживать ногу, то придерживайте. И на каждую сторону выполняем. Почувствуйте тепло, которое появляется в тазу, в области тазобедренных суставов. Так, делаем завершающий раз на каждую сторону. Отлично. И после этого одну ногу сгибаете. Оставляете согнутой, а руками выталкиваете корпус и уходите в наклон вперед, насколько вам доступно. Руки на пол, либо на ногу, зафиксируйте вытяжение по ноге и подышите. Вдох, выдох. Расслабляйте область тазобедренного сустава. Внимание, прямо сюда уходите, подышите. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И после этого носочек от себя. Можно чуть-чуть приподняться и руками проскользить по ноге, вытянуться, уйти в наклон и подышать еще. Вдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, завершающий вдох и выдох, подъем. Поменяли стороны. Точно так же на другую.
развернули корпус позади, ушли в наклон, руки на пол или на ногу, почувствовали вытяжение по задней стороне ноги, подышали. Вдох. 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 Выдох. Завершающий вдох. И выдох. И носочек от себя. Можно чуть-чуть приподняться и снова проскользить по ноге, уйти в наклон. Потянуться вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Подняли корпус, выпрямили согнутую ногу. Сели так, чтобы получился между ног угол 90 градусов. Так. Повращали ногами от тазобедренного сустава, то есть поворот идет от таза. При этом ягодицы не поднимаются над полом, то есть они, тазовые косточки, остаются на полу. Проворачиваете ноги из стороны в стороны. Так. Движение от тазобедренных. И после этого уходите в наклон к любой ноге. Ушли в наклон, зафиксировались, подышали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох, подъем, перешли к другой ноге, также носочек на себя, натянули, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох, завершающий вдох и выдох. Подъем. Вышли в центральное положение. Руками можно довытолкнуть себя позади. Уйдите снова в наклон вперед. Руки можно перевести тоже вперед. И скользя руками по полу, тянитесь, уходите вперед. В наклон живот к полу направляете. Найдите свое положение. Почувствуйте все тело целиком. Ноги, спину, таз. Позвоночник и подышите. Вдох. Выравниваете все тело. Тянется все тело. Вдох. Вдох. Семь минут осталось. Спасибо. И завершающий вдох, полный выдох. Подняли корпус, собрали ноги, постучали коленями по полу. Да? Затем побросали носочки из стороны в стороны. Да? Садитесь так, чтобы руками уйти немного назад. И одну ногу помещайте чуть выше колена. Сгибаете ее, да, и фиксируете это положение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Аккуратно выпрямляйтесь.
выпрямляете и меняете сторону на другую. Точно так же. Собрали ноги. Подышали. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Завершающий вдох. И выдох. Выпрямили ногу. Другую. Постучали коленями. Так. И после этого опускайтесь на спину, на коврик. Вытяжение позвоночника. Поясницу прижмите к полу. Руки за голову, поднимите лопатки, вытяните шейный, грудной отдел позвоночника. И после этого опустите голову, фиксируя вытяжение по всему позвоночнику. Руки на живот и грудную клетку. Отходите ногами от таза, сохраняя поясницу, прижатой к полу. Отведите ноги, насколько вам будет доступно. И подышите. Вдох, живот подтягивайте. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Расслабили ноги, расслабили поясницу, скрутка, ставите стопу на коленную чашечку, противоположная рука на колено, и открываетесь как книжка, рука в одну сторону, колено в другую. Зафиксируйте это положение, подышите, вдох, выдох, вдох. Вы еще раз вдох и выдох, плавно возвращаете таз, меняете ноги в сторону, точно так же на другую, открываетесь как книжка, рука в одну сторону, колено в другую, вдох. А вы 3 минуты. Выдох. Еще раз вдох. И плавный выдох. Возвращайте таз. Так. Подтягивайте к себе колени и попрощайте по кругу, раскатывая поясницу. Расслабляйте поясницу. Так, в обратном направлении. Затем взяли руками колени, оттянули под себя, поясницей надавили на пол, подышали. Вдох, выдох, вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Расслабились. Отпустили корпус на пол. Перевернитесь на бок через бок. Поднимайтесь. Так. И на этом наш комплекс завершен. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Отлично. Просто замечательно. Отлично, я рад. Мы вас ждали очень сильно. Да, я видел ваши сообщения, спасибо. Хотя Наталья очень профессиональная. Табуретка ее просто меня сразила на колесиках. Она тоже показывала задний вот план, как руки там
Она тоже отличная. Вот такая. Да, Наталья вообще тоже шикарный преподаватель. Поэтому у нас вообще, в принципе, плохих нету преподавателей. Здорово. Мы ее тоже очень с женщинами оценили. Еще вопрос из интернета, Никита. На засыпку. Да. Мне одна баба, чувствуется инструктор, написала, почему до 30 лет, а вам 55, вы крутите индийский танец головой, что-то там запрещено у нее. Ой, в общем, я не знаю, я ей почему сказала, она что сказала, то есть вы можете спокойно ответить, что этот комплекс специально разрабатывал врач лечебной физкультуры. Для 55 лет я ей сказала, это специально. Но, в общем, я не знаю. Ага. Комплекс разработан специально именно для людей в возрасте. Да. И я даже понимаю, почему сделали такие движения, потому что вот от тех мышц, которые мы тянем, вот в основании черепа находятся, от них, от их состояния зависит зрение, перепады давления и головные боли. То есть если эти мышцы спазмированы, то, как правило, резко падает зрение, появляются вот эти скачки давления и болит голова. Поэтому их нужно прямо разминать. А их размять очень сложно, если нету, ну, как бы, если это не массажист делает, то сами только вот такими вот движениями. Поэтому я рекомендую, если человек не очень в курсе вообще вот этой гимнастики, и, может быть, ну, специалисты бывают разные. Ну, вот просто вы сами по себе чувствуете эффект от упражнений. Да. Поскольку я маляр, я без конца закидываю голову. Мне облегчение произошло. Ну, вот, тем более. То есть, на самом деле, комплекс был составлен врачом, он безопасный. Поэтому вы можете за это не переживать. То есть, здесь нету таких, скажем, залетных людей, которые там прошли 14 дней каких-то стажировок, и после этого... Я поняла, все профессионалы на всем этапе были. Да. А потом все же зависит еще, наверное, от скорости, с которой мы это делаем. Но я не успела, ей ответить, она досмотрела до конца и сказала, что я преклоняюсь перед вашими, вот кто разработал. Она признала потом. Сперва она на меня напала, а я крикнула, что мне 55 лет, мне уже вообще запрещено даже маляром быть. А потом она посмотрела и сказала, я преклоняюсь перед вашими, кто вот это все создал. Да, комплекс на самом деле очень хороший, уникальный.